Всем привет, с вами Итальяночка, добро пожаловать на мой канал, и сегодня мы узнаем с вами, что такое курва. Ну что, вы готовы, сиете пронти? Тогда начинаем. Курва для итальянцев — это слово абсолютно нормально, никаких плохих значений у этого слова нет. Итак, как же мы можем его перевести? Первое значение — это кривая. La curva dei contagi. Кривая заражений. La curva della domanda. Кривая спроса. Второе значение слова курва — это поворот дороги. Una curva pericolosa. Опасный поворот. Curvare — поворачивать. La strada curva a destra. Дорога поворачивает направо. Un sorriso è una curva che raddrizza tutto. Улыбка — это кривая, которая выпрямляет все. А на сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы узнали что-то новенькое из этого видео. И апресто. До скорого. Ваша итальяночка.